То есть то, что показывают сейчас в Украине, и то, что, например, находят там пророссийскую литературу с призывами там, и так далее в московском патриархате, это все клевета? Вы представляете, столько лет они сидят и ждут, пока их где-нибудь расстреляют, или что-нибудь с ними сделают. Кто? Священники. Как ждут? Как гонение на православие. Когда? Столько времени. Когда оно началось? Да с самого раскола. Как только вот... Вы что, мы сейчас залезли в 11 век, 1054 или нет, что? Нет, нет. Когда? А какой раскол? Вот Филарет Денисенко, патриарх Киевский и всей Руси и Украины, он учинил раскол. То есть его отправили в запрет за плотские грехи, потому что у него была так, жена и дети. Так православия нету, плотских грехов, вы говорите. Оттуда уже есть. Есть люди. Ну, то есть Филарет Денисенко, он был ампашный? Московский патриархат? Да. Ну, а вы говорите, что нету плотских грехов. Я не говорил, что нет плотских грехов. Я говорю, что в православии есть средства для борьбы с плотскими грехами. Ну, то есть они есть? Ну, то есть мальчик, есть человек, тогда логически мыслим. А это возможно было то, что стояло около архимандрита, правильно? Нет. А то есть, а с Денисенком было? Денисенко женат был, и дети у него. Он сейчас женат. И сейчас у него дети уже взрослые. Если он женат, какая, то есть... Монаху нельзя быть женат. Тем более епископу, то есть образцу. Ну, для вас это раскол, хорошо. Пошло, поехало. Для всех раскол. Хорошо. Ну, Томас, вот сейчас Украинская православная церковь, ПЦУ. Да. Томас, сейчас... все канонически. Да, совершенно верно. Правильно. Какие гонения на Московский патриархат? Когда были? Я буквально... Назовите мне за 30 лет независимости, что были гонения на Московский патриархат, до Зеленского. Каждый день по новостям это показывают. Сейчас? Да. Сейчас, да? Это не гонение? Это гонение? Нет, это не гонение. Это работа с безопасностью страны. Какая работа? Какая безопасность? От православных священников как здесь только польза. А? От православных священников только польза. Серьезно?